Друзья, хочу поделиться радостной новостью. Закончилось рассмотрение заявок от городов Саратовской области в рамках участия в федеральной программе создания комфортной городской среды. Из 7 заявок отобраны лучшие. Это город Балашов, Калининск, Красноармейск, Петровск и Маркс. Сегодня уже можно сказать, это огромная победа, потому что если говорить о прошлом, 2019, мы со второй попытки смогли победить лишь в 2 номинациях. А сейчас из 7 заявок отобраны 5, в этих городах будут реализованы проекты по созданию комфортной городской среды. Общая сумма 340 миллионов. По каждой заявке эта сумма отдельная, потому что речь идет и об благоустройстве парков, создании зон отдыха. Поэтому надеюсь, что вот такой же скрупулезный, ответственный подход будет и по реализации этих проектов, когда денежные средства придут. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что вот у нас есть примеры, о которых говорил, когда начинают осваивать деньги, не подумав. Сначала кладут плитку, а потом думают о дренаже. А потом еще и эту плитку начинают вновь скрывать для того, чтобы провести и обеспечить парк поливом. А на самом деле необходимо выполнять эти работы, вначале сделав дренаж, проложив плети для полива территории парка. И потом лишь уже идут работы по укладке дорожек, плитки. Самое главное, чтобы был не процесс, а результат. А это значит, комфортная городская среда должна быть сформирована в Балашове, Калининске, Красноармейске, Петровске и Марксе. Надеюсь, что у нас это все получится. Спасибо.